Чемпионат WorldSkills стимулирует развитие профессионального образования в Беларуси. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко во время проводов нашей команды на форум в Абу-Даби. Эти соревнования по профмастерству – своеобразные олимпийские игры для начинающих рабочих и специалистов. Подобные турниры проводятся раз в два года. В 2015-м Беларусь дебютировала на этих играх. Тогда наша команда завоевала две медали. Это и знакомство с новыми подходами в организации профессиональной подготовки. Все-таки приезжает большинство стран мира, участвует в конкурсе профессионального мастерства молодежи. И это стимул для развития профессионального образования в нашей стране. Экономика развивается. Экономике нужны новые подготовленные кадры, нужны рабочие люди, которые готовы работать на высокотехнологичном оборудовании. Я уже участвую в WorldSkills с самого первого республиканского конкурса, это был в 2014 году. Вот, там я показал не очень хороший результат, после чего мне, можно сказать, дали второй шанс. То есть я поехал в Казань, опять развиваться, набираться опыта. После этого я приехал в Беларусь, после участия в Казани, приехал в Беларусь на второй республиканский, там занял первое место. И вот сейчас уже еду защищать часть страны, так сказать, уже на чемпионате мира. Белорусы будут состязаться в 27 компетенциях. Напомню, чемпионат WorldSkills в Абу-Даби пройдет с 14 по 19 октября.